А у Сорла видео вышло? Да ну нахуй. Да ну, ебать, у Сорла видео с тиктоками. Ебать, не прошло и века. Ого. Криштиану Роналду. А вот мел, а мел. Бай-бай. Мне столько тиктоков начало попадаться с этими. У меня один маленький вопросик. Я не знаю вообще, что это значит, но это очень смешно. Там, где вот это вот собаки вот эти, знаете, которые, как будто они в кино, нахуй. И там музыка всратая какая-то играет. Что-то тихо. Ой. Я пропустил прикол, ну ладно. А вот тебе мел заплатил, что ты вставил его тиктоки, блядь, нарезку. Миллион 200 на палате! Knock, knock, motherfucker, it's the United States of America, and I hear you guys got oil. Ребята, включите, включите, вы знаете, что включить? Включите. Да не это! Во! Вот это! Turn off the stove and return the oil to me before... Жду обновление, пи***ц, с мультиплеером Backshot Roulette, очень-очень хочу. Спасибо, Коко Джамбо. Что это? Что за хуйня? Это на уровне вот с тем блокнотом с единорогом, который там пароль надо вводить. Да, чувак, мы номер один в этом релизе, нам похрен. Мужик, мы дан бам-бам. И понял, у нас денег очень много, чтобы ничего не чувствовать. И разбрызгиваю перец по комнате, чтобы чувствовал себя живым. Разбрызгиваю перец по комнате, чтобы чувствовал себя живым. О, жук. Ну, на самом деле-то он милый, блядь, он не бьется. Что за шаг, вообще? На всякий. Ёб твою мать, хуй моржовый. Где чипи-чапа-чапа? Нету. А должна была быть? Я есть. Не понял, в чем прикол чипи-чапа-чапа? Объясните мне. Я просто не знаю. Я вчера врубил и не понял. Чтобы забыть, что я один, совсем один. Я люблю этот дым, серый дым, болен, но я не растаю. Пошел, пошел. Сегодня я с тобой. Курнул, но вроде не навоз. Бля, пацаны, да я в седьмом классе отвечаю. То есть это примитивные ужасы, когда там тихо, 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 и вдруг там за стенки все там. Смотри, что купил. Нихуя себе! Нихуя себе! Любить тебя буду! Любить тебя буду! Бабки давай! Чего? Спасибо! Может, зубы как у Канье Веста сделать? So the ones that was lost. Вот эти вот, ну, это 850 тысяч долларов стоит, надо накопить. Last night, we're actually working right now. Какой да, Скибиди Тойлет. Так.
Кстати, у меня реально есть такое. А у женщин нет такого, типа, то, что вот сколько, ну, если смотришь на время, и вот ты ровно рассчитываешь время, сколько спать. Вот так заглянул на 5 минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Yeah, the Constitution says you do, and so do I. Better call some bitches. Хуйная футболка. Что за хуйня? А, это не оно, блядь. Вы видели ТикТок там, где чел прям в судью прыгнул? Это вообще пиздец. О, блядь, там реально можно за Мишку Фредди играть? Надо попросить Вову такой мод поставить. Почему Арина вот так не сделала, я не понимаю. Вот она могла аж зайти. Вот, вот так вот, блядь. Было бы и все. Ladies with gentle hands. I'd do it. Анита Максвин. Ой, блядь. Ну, блядь, я на грибах уже заебался сидеть. No more. Засади ей, братишка! Засади ей! Так. Привет, привет. Я делал его 2 месяца. На самом деле жалко бабушку, но она очень смешно идет. А, к сожалению, не могу. А сколько сестре? 18? Сестре 6. Сколько? Сколько? 6. Самый сок. Сестера? 6. Вот интересно, у Хелины есть такая же хуйня, то, что к нему на канал заходит и пишут Т2Х2. Так же, как у Тохи, ну, обратная ситуация. Я не понял прикол. А, понял. Смелом ТикТоке, он чё реально платит? Бомбоклад! Бомбоклад. Было, да, было дело. Спасибо, Санечка. Было. Еще и гавкают так злобно. Вот есть реально люди, вот, которые по знаку зодиака вот, определяют человека. Ну это пиздец. Но я могу так сказать. Я не тот человек, который определяет людей по знаку зодиака и говорит, что он хуло, потому что у него совместимость со мной плохая. И я не такой человек. Но у меня есть одна заметка по поводу дев. Почему-то, блядь, в моей жизни попадались только челы, которые вот девы, которые прям ноют, пиздец. Вот они прям какие-то, блядь, то ли злые, то ли они ноют, блядь. А я лев, а я прав. Писа, я випер. Вас 15 рублей. Кто тебе дороже, Хесус или мама? Господи, Бандера. Господи. Блять, 18500, да? Что это за игра, я не знаю. Поехал. Шейкдаун. Улыбнись, если нализывал молочные сосочки Леры. Они не боятся. Не бог. Не, ну Глеб Сигма, пиздец. Бони черта. Не даже советской власти. Оксимирон реально спит. Веди меня, белый, беди зоны. Пиэбл.
Да, вот это правда. 325, блядь. 340, короче. Да заебал этот мел! Получается финансирование ВСУ Украины косвенным образом из нашего кармана, из кармана нашей молодежи. Вот такие пироги. Ебать, Мизулина подшарила за вот такие пироги. Хорош. Все дети в Африке будут есть один год или... Пачка чипсов с крабом 70 грамм. Два. Если бы все памятники на Земле ожили и стали враждебными, какой из них был бы самым смертоносным? Гена Букин, кстати, реально. Ну, вообще Ленина, армия Ленина, Лениных. Они бы просто, они скооперировались и захуяли бы вообще любой памятник. У них слишком имба. Антон, капуста должна дать сок. Должна дать сок, надо мять. Да, понял. Реально капусту. Мять надо капусту, чтобы была вкусная капуста. Мять. Чебурашка, мять. В глаза светятся, когда ты начал мять. Почему коты мнут? Есть объяснение, почему коты мнут? Кошки общаются с человеком посредством языка тела. Топтание лапками – один из сигналов, который может говорить о привязанности и доверии. Ух ты, нихуя. Если пушистая красавица мнет лапами ваши колени, поздравляем, вы ее избранник, которому она доверяет и разрешает наслаждаться своим обществом. Вот так вот. Я забанил доставщика Яндекс.Еды, потому что он опоздал на 3 минуты. Привет, меня зовут Игорь Линк, и это моя история. После того, как я съел 33 кнедлика и выпил 2 бутылки кафолы, я подумал, что пришло время заказать еще еды. Я взял, как обычно, куриный шашлык, коммунистический еды, суп и колу со вкусом Евросоюза. Мой заказ должен был приехать в 2:25, но в мою дверь постучали в 2:28. Я был очень зол, что пришлось забанить его с помощью кнопки на моем айфоне. Я приготовил пельмени с говном вместо мяса. Привет, меня зовут Поваренок Говненок, это моя история. Yellow car! This is my alter ego. Анита Макс Фин. Анита Макс Фин. Анита Макс Фин. Let me see you do it. Let do. Опять мел, сука, сорал ты, ебнулся. Так, спидран. Нихуя, как он прыгает так, блядь? Чё за читы, блядь? Вот же он, баскетболист. Да-да, было. This is my 98 trick shot. Sky Bitty Toilet. Охуеть. Идите нахуй все. То есть здравствуйте, я хотел сказать. Я путаю просто слова немножко. Мы, может, еще встретимся. Так. Встретимся, когда пойдет дождь. Ну а чё? Это под разное настроение. Пельмени с говном вместо мяса. Привет, меня зовут Поваренок Говненок, и это моя история. Большие города. Какой нахуй дробовик, блять? Я хочу с дробовиком поиграть. Ебать, имба, блять. На, нахуй. Ебать, имба, блять. Сейчас я еб... Вообще, блять, у меня такого не было, я не знаю, блять. Это сейчас какие-то пиздострадальцы маленькие, которые... Вот как мы, блядь, зашли в Roblox, случайно встретили, блядь, ну, каких-то двух девок, которые стояли, общались. И такие, ой, мне с ДВ написал, а мне он не нравится. А я вот, пиздец. И пишет то, что ей там 13-12.
Охуеть, блядь. Я нахуй в 13-12 бегал на футбольном поле и ломал руку. Нахуй. Вот что я делал. Ну, себе. Не специально, блядь, я упал. Но все равно, блядь. Я об этом даже не думал. Я играл в Майнкрафт по скайпу и кайфовал, ебать. Я даже это самые уроки в то время делал. Бай-бай. У меня теперь все самое новое. Оставил позади все. А я всегда в метро ездил. Ха, блядь. Охуевое. Как ни крути, обвешен дурами самые. Я вообще никогда не понимал чела, в котором не лень вставать и ехать 50 минут до школы. Я вообще нахуй их никогда не понимал. Я и то умудряюсь, ну, живя в 5 минутах, в 3, умудрялся опаздывать, блядь. Топ-1 баскетболист, это а верно. А я курю не для себя, я только ради своего бога Шивы. Это не курение, это молитва. Ля, кусается, блядь. И поехал дальше. Ля, ебать какой. Ля, нихуя себе. Да, блять, опять мел, ну ты заеб. Вот так заглянули на 5 минут на мероприятие. И а, это список Эпштейна. Имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Да, я знал да. о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. Ушел. Ляп. Всегда мечтал о такой рыбе, это охуенно. Не напоминайте нам. Июнь, блядь, не считается за каникулы, потому что сессия, блядь, ебаная. Бай-бай. Я не понимаю людей, которые до сих пор вот в это играют. Ну что, им весело, реально? Да, блять. Серег. Это со мной или? Да. Серег, со мной или там? Да. Я не знаю, Серег, это не я. Это... Я приготовил пельмени с говном вместо мяса. Блять. Привет, меня зовут Поваренок Говненок, и это моя история. Мне больше Макс Максбетов нравится. Мама нас бросила, да, это, кстати, было. Ля, сидит, ебать. Статуя. Бес. За что опрокинули? Я пиво, а я рыба. Ладно, молодец, Сорл. Молодец, молодец. Хорошая подборка.